Баурсак шоу в день первого президента. В минувшие выходные площадь перед торговыми домами ЦУМ и Абзал превратилась в настоящую гастрономическую арену. Там с раннего утра бесплатно раздавали свежеиспеченные баурсаки и горячие кофе. Казахскую национальную выпечку попробовали и наши корреспонденты. С самого утра на площади ЦУМа и Абзала кипела работа. С 10 часов представители ресторана «Айса», 4 сезона и торгового дома «Южный» ставили торговые прилавки, и уже через час площадь наполнилась карагандинцами. Бесплатно жителям шахтерской столицы раздавали пышные баурсаки, горячие кофе и праздничные календари, посвященные Дню первого президента Республики Казахстан. В свою очередь организаторы данного мероприятия говорят, что на данные расходы деньги из местного бюджета не выделялись. Ни копейки из бюджета, ни с городского, ни с областного не было выделено, потому что мы это организовали чисто на спонсорской основе. Выходили на предпринимателя, разговаривали, они к нам пошли навстречу, потому что понимают, что это действительно большое мероприятие, первый праздник, поэтому мы очень рады, что к нам пошли навстречу. Словом, праздник прошел на славу. Довольные организованным праздником карагандинцы выражали свое настроение таким образом. Сегодня организовали бесплатно всем жителям Караганды баурсаки, горячий чай. В честь праздника первого президента Назарбаева Нурсултан Абишевич. Нашему президенту желаем большого здоровья, всем нашим землякам, казахстанцам, счастья, успехов, продвижения, достатка. Казахстан! Алга! Мирамгуль Салкимбаева, Бауыржан Алипов, Евгений Афанасьев, первый карагандинский.